Всем привет, с вами Аурум, я прям офигел от этого, такого не было вообще никогда. 4 леги, чуваки, 4 леги, когда, где такое вообще видано было? Я не знаю, то ли у разработчиков закончились деньги, то ли они дают возможность всем тем, кто хотели очень сильно легендарки, получить их сегодня на изи, вообще без проблем. Братанчик, если ты хочешь легу, то прямо сейчас прожимай лайк обязательно, вводи код Аурума в магазе, вот примерно вот так вот, кстати, на этом аккаунте не введен код Аурума. Короче, вводи обязательно код, лайкосик, и желаю тебе реально выбить Лего. Но сегодня тема о другом. Смотри, я специально зашел на свой, один из своих аккаунтов, нулевеньких, вот. Что я вижу? Просто на своем аккаунте я такого не могу увидеть, но на нулевеньком аккаунте что я вижу? Раз... Подарок в виде Эдгара. 2 это Амбер. 3 это Сэнди. Леон. 4. И прямо сейчас я все это дело куплю, пацаны. Но для начала, наверное, надо задонить. Короче, Кодаурума я уже ввел. Это самое главное в данном случае. И давайте посчитаем, сколько мне это все дело обойдется. Я вообще офигел от того, что реально разрабы смогли каким-то образом осилить 4. Но один только вопрос. Почему здесь нету Кроу? Почему они настолько сильно не любят Кроу? Смотри, у меня на этом аке... у меня на этом аке есть Кроу. Лол, я понял, стопэ. Но я еще заходил на другой свой ак, и там не было Кроу. Короче, ребят, чекните прямо сейчас ваш магаз и посмотрите, сколько лего у вас в магазине. Обязательно напишите в комментарии, потому что, ну, судя по всему, их 4. Но так сложилось, что на этом аке у меня Кроу. Опять же, это нулевый ак, я сюда покупать не особо хочу, поэтому давайте переместимся на мой один твинг, который юзается, да? И вот там я куплю. Но вы все видите, да? 4 леги в магазе. Вопрос, как их получить? Ребятки, суммарно это сколько? 349 гемасов. Еще плюс 349, короче, 700. Почему Амбер стоит 629? Разработчики, я с вас ору. Блин, то есть они сделали все леги по 350 гемов, но Амбер, как последнюю легу, сделали за 620. Блин, ну жлобы, ну черт. Ну правда, ну в смысле, нельзя, наверное, так оскорблять, но, ну блин, ну это же так, ну капец. Это же должен был быть подарок на Новый год, а оказалось, что это такой жесткий скидон. Блин, я не знаю. Я, наверное, больше не буду, наверное, да, типа, после этих слов меня удалят канал и накидают страйков, но черт, это очень печально. Амбер, во-первых, не последний бравлер, который появился в игре. Какое-то время назад она уже появилась в игре, то есть у нас уже есть несколько персов после нее, правильно? Почему она стоит 629? Капец, разрабы, вы что гоните? Офигеть. Ладно. Перед тем, как мы телепортанемся на аккаунт, на котором я все это дело куплю, ребятки, хочу вам рассказать, как вы можете получить денежный эквивалент на этих бравлеров. То есть этих бравлеров, по сути, но в деньгах. Я не буду просить у вас аккаунт, не буду покупать этих бравлеров вам на ак, но в денежном эквиваленте насыплю вам денежек на вот этих 4 бравлеров. То есть мы посчитали, сколько? 1680 гемов. Охренеть, как много. Короче, я предлагаю забрать вот эти 1680 гемов кому-то одному, наверное, или четверым. Давайте, я даже не знаю, давайте подумаем. Вы напишите в комментарии, лучше 4 победителя каждому по леге. Наверное, так и сделаем. 4 победителя каждому по леге. В общем, если хочешь любую из этих лег, прямо сейчас подписывайся на канал, прожимай лайкосик, переходи по ссылочке в описании в мой инстаграм, ищи вот этот вот пост и здесь оставляй комментарий под этим постом. Ну и, само собой, подписывайся на мою инсту. А сейчас телепортируемся на мой аккаунт. Так, если честно, я даже немного переживаю, что так назвал разработчиков, но я бы даже, ладно, давайте перефразирую, ну жадиный, просто почему он стоит, меня не отпускает. Почему Амбер стоит 629, а все остальные бравлеры, вот видите, здесь нету Сэнди, нету, блин, ну капец, ну просто очень странно, очень-очень странно. Давайте сейчас прям купим их, я не могу оставить это так без, значит, 700, 1300...
29, да. Ну, давай, короче, задоним, так как это мой аккаунт, так будет дешевле, задоним 2000 гемасов. Пиу, целые 2000 гемов, пацаны. Ну, блин, такой шанс бывает реально раз в миллион лет. Кстати, еще кучу акций, там вот за 49 гемов вот эти эмоджи. 6 сундуков за 10 гемасов. Короче, разрабы разошлись прям не на шутку под Новый год. Но, давайте, спуйк, первый челик, маленький, золото. Блин, Лего, давно я не покупал Лего. Я вообще не знаю, покупал ли я Лего, потому что я люблю их выбивать. Давай, спуйк. Ах, бро, ты же по-любому хочешь... Ой, что это было? У меня аж звук врубился. А, ты же по-любому хочешь увидеть вот такой видон у себя на Аке, да? Ах, красота, блин, красотишечка. Капец, как это действительно очень красиво. Ну что же, Леон, Леончик, давай! Леня, давай! 4 из 5. Все леги на аккаунте за один день на этом Аке. Прикинь, все леги, еще и мифик можно взять. Охренеть. Да мы и мифик сейчас купим, слушай. Там как раз еще денег останется на мифик. Ну чё, Амбер, последняя лего, давай, здесь и сейчас, прожимай лайкосик, если тоже так же хочешь, давай. Бу-бу-бу. Нет, только не висни, пожалуйста. Давай, хорош. Вот так вот, Амбер, молодец. Ну чё, у нас еще остается один мифичек. Давай, мифик. Буду, давай. О-хо-хо-хо! Это Байрон, лол, причем не последний. Блин, это круто. На этом Аке все леги, 6 мификов. Я по-любому уверен, что ты тупо хочешь так же, правда же, бро? Это капец, еще куча скинов, но скины трогать мы не будем. Здесь останется 340 гемов. И в целом, мне кажется, ну щелкунчик, конечно, по-любому тут. Щелкунчика надо брать, конечно. Ну блин, ну он слишком классный. Я его, кстати, даже у себя, по-моему, не купил. Не делал розыгрыш на щелкунчика. Каюсь, пацаны, но он годный. Это реально лучший скин Гейла. Ну, очевидно. Он реально очень годный. Вот почему прыгалки единственное не делают нормальные? Звездочки, вот ульта имба. Просто ульта... Это лучшая, наверное, самая красивая ульта, которая только была. Ладно, ребят, немножко отвлекся. В общем, если вам это все дело зашло, если точно так же хотите, еще и акция на 2000, кристаллов, это просто жесть. Участвуйте в конкурсе, это последний, возможно, конкурс. Ладно, не последний, мы еще кое-что с холдиком вам готовим под конец Нового года. Но это предпоследний конкурс, поэтому поучаствуйте и получите под елочку себе Лего. Лего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят.